Ласт, Магуху или Пал. Ну это сам уже смотри. Ну, посмотрим. Так. Бьем. Тотемы не забываем. Сука. Не надо на конях. Слишком вправо не отходим от стенки. Отлично, за звездой аккуратно. Так же, как звезда бежит, так же прибегаете. Пометателем играем, нет. Сейчас к стенке их разворачивались. Где звезда? Брать раньше разве их били? Ну, теперь смотрим, теперь бьем. Череп играем быстрее. Не забываем, идолы сносим. Дикарей также убиваем. Так, отлично. Пимшу резаем. Так, по стенке идем. За звездой. Так. СС на себя, лок. Пробафайте пимшу сразу. Войт, у тебя мамонт есть? Блять, хуйня.
Так, ладно, сейчас самый момент призову. Так, куда тебя впихнуть-то, ебаный мамонт? Вот сюда. Лок, ко мне садись. Отлично. Сейчас пробегаем до конца. Соответственно, знаете, куда бежать. Да, сейчас захотывай меня. Соответственно, с Алисой хоты дай. Алису тоже хотани чуть-чуть. Давай. Отлично, все, пошли, побежали. Лок, снимай диван, масс-рез и этот, как его, в шкаф ставь. Нужно больше ярости. Так, кто там умер? Моссу и Анкилосу моним. Чё, прошли? Три сундука, да. Короче, 2Т10, 2Т4, Навара, Фурик, говно, так же, как и на армии. 4Т4, просто, короче. Так, бафаемся. Так. За звездой аккуратно. Блять, загрели. Где там? Блять, заклинатель огня где? Вот он. Через череп играем. Сто жопой, блять. Блять, не успел, сорян. Кто у нас офнулся, не понял. Не, блять, не лезет. Ну, все нормально. Бесом. Так, сейчас этот пак заливаем, пимша, потом ставишь шкаф, тпшишься в Долоран, сбиваешь все бафы, снимаешь и делаешь так, чтобы у тебя был анбафом 1800 стамин. Так, все здесь пошли.
Дружка вставь. Ты пошься вдал. Портал же тебе поставили. Да, нормально. Как сделаешь, плюс в чат. Объясню тактику. Сопроты, у кого-то сопротов нету, обмен звезде. Если кончились. Так, дам два сразу. Бафы только сними с себя. Да, бафы снимай. Анбаф у тебя должно быть 1800. Засумонили уже. Так, пробафуйте дальше по тактике. Соответственно, босс танчится в центре. Так, у него, во-первых, первое, это огненное дыхание по бафам. Соответственно, он дышит на рандомного человека в рейде. Кто перед лицом босса стоит, когда он дышит, соответственно, также дамаг получает. Это прохиливается, ничего сложного. Далее, второй каст, самый опасный здесь, это огненная бомба. Босс телепортирует всех в центр, соответственно, сам телепортируется в центр. Разливаются такие маленькие шарики, яйца на пол, красненькие. Они взрываются, соответственно, от них надо набрать рейндж 6 метров, чтобы не взорваться. Это, надеюсь, понятно. Далее смотрим за звездой. Звезда, видите, где прыгает? Это первый вход. За боссом вход, соответственно, где ромбик и квадрат. То, также входы. Они, короче, когда бомба будет, здесь будет стена огня. Соответственно, на всех местах, где я сказал. К этой стене также не подходим, она также взрывается. Если ляжете, это плохо. Далее, развернули голову на 180, смотрим вниз ступенек. С стороны печенек и звезды пойдут мобы. То есть два моба, смотрители кладок. То есть от звезды он пойдет к квадрату, и от печеньки пойдет к ромбику. И туда далее на башенки. Если вы посмотрите на башенок, там яйца. С каждой стороны по 18 штук. Это 36 яиц в сумме. Соответственно, со стороны печеньки мы моба убиваем, со стороны звезды мы его доводим. Дальше. Доводим, оставляем, идем бить босса. Далее, когда он дойдет, то есть от звезды, которая пойдет в квадратик, да, до яиц, он будет разбивать яйца. С яиц будет вылупляться дракончики. Сейчас попробуем одну стратегию, которую посмотрел Пугов. Будем разливать полностью сторону, ребят. То есть хилы вам придется поднапречься. То есть одну сторону разбивает, дракончиков пока не бьем. Дракончиков я пока что собираю, наагриваю. Пуси, как я соберу всех дракончиков? АУЕ даешь на пул. Соответственно, когда всех драконов я поймаю, все драконы с той стороны разобьются, то есть с левой. Мы, будем играть по трэшу. Дальше. Дракончики вешают магический дебаф, соответственно, на увеличение дамага от огня. Далее, мистер Дейбеттер. Диспелить умеешь? Диспелишь меня, потому что дракончиков будет 18 штук. Есть вероятность где-то 70%, что каждый дракончик при каждом ударе вешает на меня дебаф.
На мобах ты чисто на диспеле. Когда мобы пойдут, ты диспелишь меня. Соответственно, я буду помогать диспелить. Остальные заливаются, соответственно, в трэш. Когда мы убили трэш, соответственно, моб, если будет проходить от квадрата, чтобы он не пошел на противоположную сторону разбивать яйца, мы его убьем. Далее появляются вторые мобы. Мы со стороны звезды... Так, ну если успеем, со стороны звезды убиваем. Даже, не, даже трогать не будем вторых мобов. Вторых трогать бомбов мы не будем, пусть они идут спокойно. То есть со стороны ромбика он дойдет, мы его этот всех разобьет, мы их также заливаем. Соответственно, как потом играем чисто в босса. Когда мы это сделаем, соответственно, сольем с правой и с левой стороны всех дракончиков, то босс становится мешком. Главное на бомбах не сдохнуть. Далее, для чего мы разбиваем яйца? Потому что, доведя босса до 35% хп, он сам их разобьет. Если разобьются все 36 драконов, это вайп. Потому что я их не удержу, и это не прохилится. Надеюсь, это понятно. Босса мы бьем под саппортами. Здесь понятно. Так, ауру на защиту от огня я ставлю. Войд, кричишь на хп. По крайней мере, здесь... Да и на всех остальных боссах на хп кирчишь. Так. Чек на готовность. Бафы раздали, рыбу сейчас поели, рыба слева стоит. МТ и Винар. Напуливаешь на Винар. Ну смотри, ты можешь отдать один на пул вебинара, потом меня. Главное, чтобы ты напуливал на меня мобов, иначе мы сдохнем просто. Еще раз чек на готовность. Этот, с настоя сопротивления пропили. Все готовы, отчет на пул. Алис, со слова атака в следующий раз начинай бить. Бьем пока что. Мобы пошли. Левого убиваем, правого пока... Да я стопну. Левого убили. Быстрее. Правого, главное, не тормозим. Быстрее, быстрее левого убиваем. Про хилрейда. Моста, ты пропил сопрот? Да. То что-то слишком сильно продамажит. Право чуть-чуть... так, моба чуть-чуть этого раздамажили. Бомбы видите маленькие? Уклоняйтесь от них. Отлично. Войд, Войд, бей его. Смотрителя, бей. Так, отходи, пусть тебя похилит. Потом забьем его. Макс, свични смотрителя кладки, только не убей. Раздамажь его. Клоняемся от бомб. Ну, блядь. Ну, ребят. Алло, блядь. Бокруса подымай. Пробафали сразу. Надо было, конечно, заевейдить, блядь. Попробуем без лопа, да, может повезет. Ну, может быть. Чё, дракон? Рис, главное диспель. Все. АОЕ на пол. АОЕ на пол. Играйте через смотрителя кладки. Бьем мобов. Быстрее, 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 быстрее бьем мобов. Его убить? Да, да, его убиваем, потому что иначе сдохнем нахуй. От бомб уклонитесь. Алиса, дай прожимку.
Отлично. По мобам играем. Все в мобов играем. Все в мобов. Уси, АОЕ на пул. Смотри, блядь. Быстрее по мобам играем. Моса левого за стопой. Быстрее по мобам. От бомб уклоняемся. Дал прожимку, бля. А, блядь, ну... Пробуем пока так. Или не убьем, блядь. Нет, не убьем. Выйдем. За звездой. Все за звездой. Бегом. Быстрее, 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 быстрее. Выйдем. Тотем убираем. Пэтов отзываем. Так, по хилу нормально. Главное, не забывайте, от бомб уклоняйтесь, маг. И тут, как его, смотри, главное, прожми копии, если что, если пойдут на те мобы, на мобов. Ладно, я прожимал. Блять, слетело, сука. Пусть я. АОЕ на пул, пал КД на меня, пожалуйста. Фокус возьми. Рыбу кушаем. По диспелу было заебись. Так, чек на готовность. Так, все готовы, соответственно, отчет на пол. Мобы пошли влево, убили. Право раздамаживаем. Раздамаживаем право, потому что его надо будет убить. Потом. После того, как он вызовет всех. От бомб уклоняемся. Сейчас главное уклонитесь от бомб. Блин, пиздец какой-то. Дал прожимку на всякий случай. Отлично. Все, норм. Бьете, бейте босс. От бомб уклоняемся. Блять. Пиздец. Вы-то как... Ёб его идти, выйдем. Ты где сдох-то? Выйдем, мы выйдем. Тотем убери. Тотем убирай. Блять. Так, а пусть где сдох? От стены. От стенки, ёпта. Ну пусть. Да, она дымажит, и потом взрывается.
У нас какой-то обоссанный ДПС, мне кажется. Конкретно. Ну, конкретно, да, Зулджина хватит. Да где-то еще часик и спать. Ну, понятно дело, что. Быстрее, давайте учимся. Нахуй. Не первый раз здесь. Что у нас по ДПС тут? Ой, ёпт. Ну, от бомб, да, вид сверху делайте. Конечно, чек на готовность. Не надо сразу бежать. Подождите, хотя бы пусть половину выкинет, чтобы видно было. А чё-то на пол. Ну, оба пошли, по лобам. Быстрее по лобам играем. Все оперативнее делайте. Следующему. Нормально, все. Уклоняемся от бомб. Бля, ну это не серьезно. Uh-huh. Моса, БР есть, БР Бокруса. Все, по-моему, вам играем. Uh-huh, ладно, потом Бернишу. Бьем пока что. Смотрителя там задотайте. Мобов уклоняемся сейчас. От бомб. Быстрее, сейчас уже скоро новые пойдут. Бокруса пробафали. Мосс, постарайся левого закорневать. Быстрее уешь мобов. Блять. Лично. Забрал.
Уклоняемся. Блять. Отлично. Быстрее до трэшу, доуешиваем. Давай, 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 давай. Отлично, все, по боссу играйте пока. Главное, не сдохните на бомбах. Ну ёб его идти. Пиздец, вы издеваетесь, выйдем. Духи ветра станут ваши погибелью. Позвонишь. Такс. Рыбу я поставил, чек на АФК, на готовность. Бафы даем. Нам тебе рыба. Сейчас кто сдохнет, будет получать ГП. От бомб я имею в виду. Отчет на пол. Надо подождать. Духи ветра стали. Мобы. Уклоняемся. Играем по боссу.
А я на пол. Анкил, зафигари это, смотрите кладки, пожалуйста. Все остальные играют по мобам. По мобам быстрее. Ребят, не слакаем. Без прожимку. Блять. Я дала. Играем по мобам. Пусть дай трапы налево. В угол. Блять, Анки... А, не увидел. Где сдох? А, ты со мной был, блять, сорян. Ну это мой уже косяк. Так, сеется еще одно. Так, бок раздавай, бомжей. Играем по трэшу. Алиса, также бомжей. На смотрители кладки не отвлекаемся. Воняемся сейчас от бомб. Блять, на горке бомба. Отлично. По мобам играем, по мобам. Все по мобам. Главное, не сдохните от бомб. Ясно. Поешим. Так, играйте через босса, мобов так заклеиваете. Все, через босса все играем. Сейчас после бомб Геру дашь.
Склоняемся. Ты-то как умерла? Я прослакалась зеленкой. Молодец. Геру. Угу. А чё мы? Добьём? Да, а чё нет? Мигурси нету? Долго. Сколько у неё дамов? Должны добить так. Бомба. Ёп его идти. Ну так попроще, да, Войд? Угу. Там уже то как мешок, нахуй. Ну ёп его идти. Отдал прожимку. Ай, три гпшечки, блять. Ну вот так вот. Это Сирус.
что, заэвэйдился босс, что ли? Нет. Тут мог мелкий заэвэйдился уже давно. По полтишку бы ребята заработали, блядь. Бывает, так что надо уклоняться лучше. Да, конечно. А, возможно, после 9 минут бешенства. А, нет, 9 минут бешенства. Хуй его знает. Ну я до берса его здесь не доводил, но. Там мини-берса есть, я с пугами прошлый раз. Да, мини-берса до 35% начинается. А потом еще бафает, 50% урона. Я просто с пугами был в прошлый раз, вот. Там в одном ВДД убивали 50%. Я же тебе говорю, бешенство начинается у него, наносимый физический урон на 50%, скорость атаки повышена на 50% только после 35%. Это у него как скилл идет. На 35% фаза как на усурке. Давайте там 3%, блядь. Не буду отбегать. А тапки-то бисовые. Угу. Так, сейчас разролим. Так, Бокрут спал тишок. Ну что там в натуре, ребята, не внимательно. Полтишок. Ну, блять, я несколько траев ждал. Пока научитесь. А так мне это не серьезно. Это да, это плохо. Но у меня настроение было. Наверное, плохое. Или не я рейдил. Так. По луту смотрим. Я сразу выкидываю на ролл. Обмен даете звезде. Посох 271. Быстрее как... только смотрим. Который лачдан забрал. Да. Пимши, тебе не нравится, что ли? Как это не... На офспек надо ли кому-то? Чё, он на приколе, что ли? А где пимш? Ну-ка, смотрите. У него пуха 284 алло. А, ну тогда а, да, да, да. Да. Да, да, можешь. Бери.
Кинь, обмен, ты, кидай. Ты что, в ПВЕ редко играешь? Плохо что-то дамажишь? Или ты... Аксесс, за 132 тебе посох ушел. Шаман с посохом, конечно, не айсово, но... Да, блять, это бред вообще. Так, надо... кольчуга, башка надо кому-то? Ну, это тоже. Шлак, по сути. Обмен кидай пусть. Дальше, кольцо с духом, крит-дух. Надо? Быстрее только. Дальше неистовство. Кистевое, левая рука. Ясно.